Коллеги, добрый день. Сегодня у нас 26 июля, опытное поле Института защиты растений. И хотелось бы подвести, наверное, уже предуборочные результаты работы фунгицидов. Сегодня еще можем оценить, как продукты работают с точки зрения озеленения, продления вегетации. Для понимания картины надо начать с контроля. Вариант, на котором не было применения фунгицидов, видите, флаг-лист уже высох полностью. Теперь пройдемся, предлагаю пройтись по всем вариантам. Здесь варианты Сингенты в сравнении с нашими основными конкурентами. Ну и параллельно посмотрим на физиологическое действие препаратов. Сейчас будет несколько делянок, на которых в 33-34 стадию был применен Elatus Rhea. Это было 31 мая. И после применения Elatus Rhea фоном оценили эффективность колосовых фунгицидов. Здесь на первой делянке разделена на две части. Можно посмотреть первый вариант обработки по колосам. Продукт конкурента в дозе 2 литра на гектар на основе двух триазолов. Эпокси и мед. Ну, тоже флаг-лист уже досыхает. Вторая половинка делянки. Здесь видно все то же самое, как и на предыдущей, в 33-ю стадию Elatus Rhea, но по колосу был применен фунгицид Magnella в дозе 1 литр на гектар. На сегодняшний день вариант выглядит зеленее, чем предыдущий, и флаг-лист здоровее. Дальше, если продвигаться, опять же, 33-34 обработка Elatus Rhea и по колосу несение фунгицида в дозе конкурента 1,25 литра на основе карбоксамида, бексофена и двух триазолов. Если посмотреть, в принципе, между Magnella и этим продуктом разницы нет. Хотел бы отметить, что после обработки по колосу на сегодняшний день уже прошло, обработка была 23 июня, сегодня у нас 26 июля, ну, почти 33 дня. То есть, в принципе, уже можно смотреть на физиологическое действие фунгицидов. Двигаемся дальше. Следующий вариант, все то же самое, 33-34 Elatus Rhea было, и по колосу фоном был применен новый продукт конкурента, 0,8 литра на гектар на основе бексофена и триазола. Если посмотреть на посев, ну, видно, что растение уже сдалось. Даже, мне кажется, вариант с Magnella выглядит предпочтительнее, так как там флаг-лист еще зеленый. Следующий вариант достаточно интересный. Это все то же самое, обработка в 33-34 Elatus Rhea и обработка 23 июня Miravis Ace. Новый фунгицид компании Сингента по колосу в дозе 1 литр на гектар. Смотрим на растение и получаем от этого удовольствие. Прошло 33 дня, не то что флаг-лист и подфлаговый лист, а где-нигде еще треть отдает зеленцой. Это говорит о том, что этот вариант покажет себя с точки зрения физиологии намного лучше предыдущих. Комбайн цифры покажет. Дальше, если пройдем, была обработка вариантов фунгицидами в фазу Т2, флаговый лист. Обработка была проведена 8 июня. То есть сегодня, можно сказать, 47-48 дней после обработки. Чудес не бывает, поэтому, наверное, пробежимся. Здесь есть вариант Elatus Rhea. Понятно, здесь уже живого ничего не осталось, 48 дней. Ну, мы думаем, что чудес не бывает. Дальше делянка разделена на две части. Здесь применен Elatus Ace в дозе пол-литра на гектар 48 дней назад. На соседней стороне применен фунгицид конкурента, тоже пол-литра на гектар на основе карбоксамида, страбилурина, ну и пропиконазола. Эти два варианта в течение всего сезона между собой не отличались как на полях Института защиты растений, так и на базе Горецкой академии, где мы делаем опыты. Поэтому вам, как производителям, выбирать фунгициды. Но Elatus Ace на сегодняшний день, судя по тому, по чем его покупают хозяйства, самый бюджетный карбоксамид, содержащий фунгицид для зерновых культур. 48 дней после обработки.
Двигаемся дальше. Как я и говорил перед этим, что, казалось бы, чудес не бывает, но приходим на вариант, на котором был применен фунгицид Miravis Ace в дозе 0,8 литра на гектар 48 дней назад, 8 июня. Однократная обработка по флаговому листу. Опять же, картина просто супер. Сравнить с предыдущими вариантами, где нет флагового листа, здесь еще, по крайней мере, мы видим зеленый цвет растений, и это говорит о том, что растение еще функционирует. Как и на варианте с двукратной обработкой, однократная Miravis Ace выглядит предпочтительнее всех других вариантов. Двигаемся дальше. Следующий вариант, вариант конкурента. Применен фунгицид, новый, на основе флуконазола и карбоксамида, в дозе литр на гектар. Можете обратить внимание, ну, с Miravis тяжело сравнить. На уровне Elatus rhea, ну, в принципе, что и показывает, как он себя и показывает в хозяйствах республики. Препараты одного уровня, Miravis Ace пока вне конкуренции. Конкурент литр на гектар. Двигаемся дальше. Еще один фунгицид компании Syngenta. Miravis. Но уже в дозе 1 литр на гектар по флаговому листу 8 июня, 48 дней после обработки. Можете обратить внимание, что тоже растение соломенно-зеленое и верхние листья еще на сегодняшний день работают. Что можно из этого, какой сделать вывод, что Miravis показывают себя очень-очень достойно с точки зрения не только контроля болезней, но и физиологии. И заключительный вариант однократного применения фунгицидов, вариант, опять же, конкурентов. Почему берем конкурентов? Взяли лучших продукты на рынке, содержащие карбоксамиды, которые обладают наиболее длительным эффектом защитного действия. Отворачиваем. Продукт на основе бексофена, двух триазолов, в норме литр на гектар. В принципе, растение уже доходит. Из этих вариантов одна двухкратных обработок, что можно, какой подвести итог. Кто работает один раз, в зависимости от планируемой урожайности, 40-30 центнеров Elatus Ace, 40-50 Elatus rhea. Идем выше, до 60, может быть, однократно Miravis Ace по флаговому листу хватит. Но если посмотреть на это опытное поле, пшеница, которая стоит на 70 центнеров, Elatus rhea 33-34 плюс Miravis Ace литр по колосу 61-63, мы с вами видели. Выглядит все здорово, прекрасно, и будем ждать урожая. В заключение хотелось бы показать вам вариант защиты пшеницы зимой, который мы предлагаем для хозяйств, которые идут на самые высокие урожаи. Трехкратное применение фунгицидов, 31-ю стадию Амистар Экстра в дозе 0,75 литра на гектар. По флаговому листу Elatus rhea 0,5 литра на гектар и по колосу Miravis Ace. Супер надежная система защиты. В следующем году мы ее обкатаем в хозяйствах, которая претендует на 8 тонн с гектара и выше.